Сократить время движения поездов между Тюменью и Тобольском до 3 часов. Такую задачу ставят перед собой перевозчики. Об этом в программе «Вечерний хэштег» сообщил Роман Бараковский, генеральный директор Свердловской пригородной компании. Сейчас по данному маршруту курсируют новые поезда. Расстояние в 230 километров они преодолевают почти за 4 часа. Основным драйвером для нас является активность правительства Тюменской области в продвижении туристического потенциала региона. Хотел бы поблагодарить, соответственно, коллег за сотрудничество, выразить большую признательность во взаимодействии и в решении всех задач.